Всем привет. Ну, значит, женщина приходит к доктору и говорит: доктор, вот у нас с мужем такая проблема, ну, он меня вообще вот не трахает. Я не знаю, с чем это связано. То ли это с ним что-то такое, то ли со мной, что он ко мне интерес потерял. Вот прям, ну, не знаю, что делать. Доктор говорит: да вы не расстраивайтесь, я вам помогу. Вот вам таблетки. И вы возьмите одну таблетку, ему подложите незаметно, или в суп, там, или в чай, или в кофе, и у вас все будет хорошо. Она: ладно, спасибо, взяла таблетки и ушла. На следующий день приходит: ой, доктор, спасибо вам большое, вы нам так помогли, так выручили. Вчера за ужином я ему незаметно положила в суп, ну, не одну таблетку, а на всякий случай две. Так он у меня прям на этом столе и прям отымел. Доктор так смотрит: на столе, ничего себе, это ж, наверное, неудобно было. Она: неудобно, конечно, неудобно, еще как неудобно, мы теперь в этот ресторан вообще никогда в жизни не пойдем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.